Уважаемый Геннадий Дмитриевич, уважаемые делегаты съезда, дорогие друзья, я рад вас приветствовать сегодня и поздравить с началом вашего форума и пожелать вам успешной работы. Кыргызстан и Украину связывают исторические узы дружбы и сотрудничества. Наши отношения взаимовыгодные, партнерские, строятся на подписанных двухсторонних соглашениях. Второе, экономическое отношение Кыргызстана и Украины также базируется на двухсторонних соглашениях. И в этом продвижении торгово-экономических отношений я бы хотел особо отметить роль Торгово-промышленной палаты Украины. Я работал во многих странах и хочу заверить, что Торгово-промышленная палата Украины является одной из лучших торгово-промышленных палат. Торгово-промышленная палата Украины во главе с Геннадием Дмитриевичем пользуется заслуженным авторитетом, поддержкой государственных органов, бизнеса, деловых кругов и дипломатических кругов. Мы за последнее время вместе с Торгово-промышленной палатой провели ряд значимых мероприятий. Это первое, мы в 2018 году провели бизнес-форум «Кыргызстан-Украина» с участием более сотни бизнес-структур Украины и Кыргызстана, и был подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами. Мы провели видеоконференцию между ассоциациями легкой промышленности Украины и Кыргызстана с участием бизнес-кругов, госорганов. И также было договорено о подписании меморандума между ассоциациями легкой промышленности Кыргызстана и Украины, Укрлегпром. Мы провели мероприятие в этом году в Виннице, отраслевое мероприятие, отраслевой бизнес-форум по легкой промышленности и разрешили на производство, по итогам которого также были подписаны меморандум о взаимопонимании между Укрлегпромом, Ассоциацией легкой промышленности Украины и Ассоциацией бизнес-структур Кыргызской Республики. Мы планировали, я думаю, мы проведем после вот этих всех эпидемиологических ограничений по бизнес-форум по сельскому хозяйству в Черкасах и бизнес-форум между Кыргызстаном, бизнесом Кыргызстана и Украины, который мы планируем провести в городе Бишкек, нашей столице, и нашей жемчужине Иссык-Кульской области. Я очень признателен Геннадию Владимировичу, Валерию Владимировичу, коллективу Второй промышленной палаты за взаимопонимание и за эти дружеские наши отношения. Мы ценим наши дружеские отношения, и я думаю, это даст импульс нам, нашему дальнейшему сотрудничеству и продвижению экономических проектов как в Украине, Кыргызстана, так и Украины в Кыргызской Республике. Я еще раз вас поздравляю с сегодняшним форумом, желаю вам успехов и всех вам благ.